Депутат рассмотрел проблемы сельского хозяйства, проблемы демографического состояния страны, привел примеры решения проблем и ответил на интересующие вопросы. Чистополь, я сюда уже приезжаю за последние 4 месяца, 9-й раз, по-моему. Сегодня вот, спасибо за приглашение, мы встречаемся с вами. Также Айрат Хайруллин поделился своими впечатлениями о городе и о возможных его перспективах. После визита в Горгаз Айрат Хайруллин поспешил на встречу с сотрудниками центральной районной больницы. Пообщался с врачами, обсудил некоторые вопросы о проблеме в сфере медицины нашего района. Очень хотел посмотреть ЦРД. Когда-то в 87-м году я попал случайно как пациент в вашу больницу. Мы здесь не видели.